У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Ах ты, черт! Надо быть осторожнее. О, черт! Здесь оставаться нельзя. Сейчас рухнет. Повезло. Отлично. Кажется, я его нашла. Тайный город. Попробую отыскать змея с серебряным глазом. Нереально. Больше я не унесу. У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять. Эй!
Нет места. Ничего не могу взять. Эй! Кто здесь? Кто ты? И я помогу тебе. Уходи! Тебе здесь не место! Я знаю, тебе больно, но... Балбутун! Спасибо. Кто ты? Зачем ты явилась? Я. Исследователь. Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. Ты не просто мой сын. Ты мой наследник. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты, зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе? Украсть? Продать? Нет.
Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти. Жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби... В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь, как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Эцли, я жду от тебя донесения. Да, мама. Сегодня утром было кое-что. Да? Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол. Если хочешь, осмотрись. Когда будешь готова отправиться за ларцом Ишчель, приходи на рынок на том берегу. Тебе нужно что-то еще? Эй!
Как видишь, у нас в Пайтите тайны недолго остаются тайными. Если ты отклонишься от плана... Это быстро вскроется. Я поняла. Мама говорит, если я буду играть в пещере, я расстрою духа водопада. Она просто думает, там слишком опасно, хотя там столько интересных штуковин. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места. Нереально. Больше я не унесу. У меня нет столько места. Акан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву? Бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Я знаю его. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже зовут его Кукулькан, но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю?
Вы боитесь больших бед! Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю, Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Иона, можешь говорить? Ага. Мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. О. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Легенда гласит, что семеро кольцом охраняют богатство. Но я все там обыскал и ничего не смог найти. Это бессмыслица. Какой смысл загадывать загадку, если за ней ничего не кроется? Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там.
Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. У меня нет столько места. Я считаю, что Унурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет очищение. И именно семья Унурату должна принести Кукулькана в жертву, чтобы вернуть солнце, и никак иначе. Но за такие слова можно поплатиться жизнью. Понятно, почему люди молчат. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Нет места. Ничего не могу взять.
Ой, ты тетя Дянчахик их щупал? Красота. Бей, чигано панки уйоте, чена. Поторгуем? Прошу, у меня едва хватит, чтобы воздать дань. Дань? Кому? Сектику Кулькана, конечно же. Берут половину выручки с базарного дня. Но если решат, что я надул их... Я поняла. Спасибо, Ишик. Теперь поторгуем? Боги нам благоволят. Отлично, я одобряю твой выбор. Спасибо тебе. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Кто-то должен что-то сделать. Пойму, что это за диалект.
Рост населения и отсутствие городского планирования. Отлично. Отлично. У меня нет столько места. Больше я не унесу. У меня нет столько места. Сюда.
Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара. Без нервов. Сейчас тошнит. Не спеши. У тебя все получится. Блеск.
Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да! Сюда. Запах все усиливается. Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. Надо сжечь преграду. Нужно как-то сжечь эту 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 преграду. Тут нефть и кровь. Свободен. Надо идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Преград.
Как же повернуть второе колесо? Черт, потекло не туда. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Как же повернуть второе колесо? Thank you.
Надо выровнять каналы. Thank you.
Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Thank you.
Черт, потекло не туда. Thank you.
Thank you.
Теперь искать ларец. Вот что они нашли, Тринити. Вот этот мелкий бунтарь. Эдли! Вот она! Подай! Thank you.
Если можешь. Учух хочет кое о чем тебя попросить. Наверное, об услуге. Хорошо. Я вернусь, как только смогу. Нереально. Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять. Правда же. Это он взял. Хватит, Таки. Потерял кубики? Ладно, только не надо врать. Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? О. Это ключ. Кажется... Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь? Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом.